Сэм Вудхаус не может ответить на ваш звонок. После звукового сигнала оставьте сообщение. Привет, Сэм. Это Руперт. Тот самый дядя Руперт. Я мог бы позвонить по более радостному поводу, но тут такое дело. Я звоню по поводу твоего отца. Он... Ему очень не здоровится. Он сейчас в очень тяжелом состоянии. Хелмингтон. Господи, кто явился? Покорительница большого города. Он в коме? Прогнозы неутешительные. Если бы не сосед, он уже давно бы... Черт. Извини, нужно ответить. Заходи, а я сейчас подойду. Да, алло. Не лучшие для тебя деньки, Джо. Сэм. Кэти Оуэнс. Кэти Оуэнс. Oh.
Я скучал по тебе, дочь. Очень скучал. Пойдем. Переночуешь у меня есть свободная комната. Я уже сняла номер. Завтра в офис с утра. Иди, отдохни. Ты тоже, Сэм? Haben Sie einen Visa zur Diskothek? Черт, твою же мать! Вот же черт! Блин. Да, мне нужен номер. Где-то я тебя видела. А, ты старшая дочь Джо Вудхауза. Какая же ты выросла с тех пор. Как твой? Мертв. Дай мне водительские права и кредитку. Оки-доки, спасибочки. Ладно. Вот здесь поставь свой автограф. И пачку сигарет, пожалуйста. Твой отец всегда только их брал. Хелмингтон, старшая школа. Кэти Оуэнс. Город поминает пропавшего подростка.
Вот что нашли у него прошлой ночью. Думал, ты захочешь взглянуть. А ты завтра будешь свободна? Нужно отметить, были ли какие-нибудь болезни у отца. Эшли, мы с тобой даже толком не поговорили. Да. Прошлой ночью он сказал кое-что. Что? Когда умирал? Кэти Оуэнс. Но зачем? Это ты мне скажи. Он с ее отцом работали охранниками в тюрьме. Да, и между тобой и ней было что-то там. Да, но почему Кэти? Она много лет назад пропала. Какая связь? Никакой. Никакой. Я тогда был старшим инспектором. Ничего не нашел. Много кто брался за это дело, но исход был всегда один. Ничего. Ну ладно, хватит. Твой отец был не в своем уме. Он не понимал, что с ним происходит, и... Кто был последним офицером? Хан. Детектив Хан. Не возражаешь, если я с ним пообщаюсь? Пусть ищет папку. Спасибо, что уделили мне время. Для племянницы шефа что угодно. Начну отсюда. Большая часть информации взята из показаний Брэда Ковакса. Он последний, кто видел ее живой. К тому же он ее лучший друг и главный подозреваемый длительное время. Он говорил, что Кэти должна была встретиться с каким-то человеком. А, вот еще что. Мы думали, что решили это дело, но оказалось, зашли только в тупик. Ладно, оставляю это на тебя. Будут вопросы, звони. Спасибо. Местные знатоки оккультизма. Впечатляющая коллекция. Боюсь спросить, откуда оно у вас? Почти все заказывал на eBay. Шутка. Таксидермия – отличный второстепенный доход. Чем могу вам помочь, детектив? Выдающиеся. Реваньен, что для вас значит число 9, детектив? Число перед десяткой. Последнее число перед десяткой. Последнее в цикле число, которое повторяется. 25 плюс 5 равняется 30. 3
Три плюс ноль равно... Трем. Три — это цифровой поток. А теперь добавляем к числу 9. И у нас получится 39. 3 плюс 9 равно 12. А 1 плюс 2 равно... 3. Сложение 9 к любому числу равносильно сложению нуля. Он не нарушает цифровой поток. В математике это называют вычисление вычетом девяток. А как это относится к... Ревеньену. Это тайная секта, система верований которой вращалась вокруг цикла света и тьмы. 360 градусов. 3 плюс 6 равно 9. Половина — 180 градусов. 1 плюс 8 равно 9. Еще половина от предыдущего — 90 градусов. 9 плюс 0 равно 9, и половина от этого... Вы меня слушаете? 4 плюс 5 равно 9, половина от числа 22,5, и так далее и тому подобное. Что из этого я должна была понять? Что это не просто число, а основополагающий цикл, который превосходит верование любых иных культур. Тет — девятая буква еврейского алфавита. Она отображает парадокс между добром и злом. Тесла считал, что число 9 — это ключ к открытию Вселенной. Скандинавская мифология делится на 9 мифов. Дух Иисуса Христа покинул его тело через 9 часов. Даже в сатанизме число 9 символизирует воскресенье. Бетховен написал 9 симфоний, у кошек 9 жизней. Поняла? 9 — особенное число. 9 месяцев рождается ребенок. Благодарю, профессор. Надеюсь, вы найдете ее, детектив. Несколько лет назад ко мне пришел молодой мужчина, точно с такими же вопросами. Друг девушки, которая исчезла. Скажи своему дяде, что его сковородка готова. Саманта Вудхаус. Лес Мэнсбридж. Кэти Оуэнс.
Пожалуйста. Хватит, не надо. Невоспитанные мелкие засранцы. Больше студентам номера сдавать не будут. Попрошу папу убраться там как можно скорей. Просто хотела вам сказать. Пап? Да? Пап, убери в 9 номере. Который час? В 9 номере. Там стены в каком-то дерьме. Кто звонил? Сейчас же. Кстати, хорошо спалось? Показания Брэда Ковакса. Большинство информации как раз-таки он нам предоставил. Он был ее лучшим другом и последним, кто ее видел. И главный подозреваемый на длительный период времени. Сколько бы мы его ни допрашивали, он не отступался от своей версии. А без дела предъявить обвинение мы не можем. Он даже на детекторе лжи отвечал. Брэд Ковакс. Я хочу поговорить. Вы коп? Я ищу... Брэд? Сэм Вудхаус, мы в старшей школе учились. Да, я знаю. Можем поговорить? Я что, арестован? Нет. Тогда проваливай. Тебе знаком термин ревеньен? Не бойся, я туда ничего не подмешивал. Не все мои знакомые исчезают. Итак? Расскажи, что было в тот вечер, когда исчезла Кэти? Я расскажу тебе то же самое, что и твоему дяде. Ничего не изменилось. Я хочу услышать ее от тебя. Дело было после выпускного. Ты тогда уже уехала из города. Все началось с письма.
с приглашения. Если бы она согласилась встретиться с ними, ее жизнь бы изменилась навсегда. Я думал, что это какой-то розыгрыш. Сначала не поверил. Казалось, будто это история какого-то фильма ужасов. Но ее всегда привлекало вот такое. Учитывая все, через что она прошла, я хотел сделать ее счастливой. Я обещал ей это. Я пытался исполнить свое обещание. Был бы достойным другом, исполнил бы обещание, но у меня кишка танка. Я не смог ее защитить. На следующее утро она пропала. И все начали думать, что это моих рук дело. Больше ты ничего не помнишь? Тогда я видел ее в последний раз. Я до сих пор каждый день о ней думаю. Я должен был остановить все это. А ты как-то с этим знаком связан? Откуда он у тебя? Нашла его на стене в моем номере в отеле. Сейчас же уходим отсюда! Брэд! 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 Черт. Хан, это Сэм. Мне кажется, я знаю, почему Брэд прошел детектор лжи. И почему же? Мне кажется, он говорит правду. Только всем подряд не говори это, Сэм. В маленьком городке новости быстро разлетаются. Не знаешь, кто подслушает. Здравствуйте, это Саманта Вудхаус? Да, слушаю. Я звоню из учреждения Hamilton General. Сможете заехать после обеда? Новости по поводу вашего отца. Это у него нашли? Готовы поспорить, что он от сейфа из кредитного союза? У меня такой же есть. Можно с собой взять? Зачем? Виктор Оуэнс. Алло? Черт! Черт, я на себя кофе разлил. А что тебе известно об отце Кэти? Виктор, он работал с твоим отцом в тюрьме. Его на службе убили. Но это произошло до того, как пропала Кэти. Вик Оуэнс, охранник тюрьмы Хэмилтона. Охранник, посмертно награжден медалью за отвагу. Город скорбит о смерти местного жителя. С ним работала одна женщина. Клодет? Она ушла на пенсию. В центре открыла бар. До скольки он работает?
владелица здесь? Ну что, погнали? Кладет. За дружище, Джо. Мы были такими молодыми. Но не скажу, что скучаю по тем временам. Я просматривала старые вещи отца и наткнулась на фотографию с тобой и Виктором Оуэнсом. Жаль, что так все произошло. Виктор был героем, а убил его сукин сын, который вообще жить не заслуживает. Я сделала все, чтобы его наградили медалью за храбрость. Откуда это у тебя? Ключ от сейфа, Джо. Мы же обе знаем, что ты врешь. Давай сначала. Ужасные были деньки. Тюрьма была прогнившая вся. Зато контрабанду было проще возить. Контрабанду? Ключи воображения. Главное было не лезть, куда не просят. Пробил, выбил, пошел домой чистым. Только надо было смотреть за человеком внутри. Антоном Баком. Виктор начал жадничать. Наверное, больше деньжат возжелал. Антону это не понравилось. Он дал окно Антону. Но Антон не настолько был глуп, чтобы руки пачкать. Поэтому тот отказался работать. Тот вечер мы с Лестером дежурили вместе с Виктором. Мы сфабриковали отчет и закопали улики. Но, как оказалось, не все. Джо с вами был? Он-то все и придумал.
Он не знал, что все может так плохо кончиться, но у него было алиби. Он был дома. С дочерью. Ну и каково вам с этим живется? Может, я и последняя, кто осталась в живых. Но будь я проклята, если продолжу держать рот на замке. Да и кто меня уже задержит? Ну так что давай, арестуй меня. К черту все. Уясню по порядку. Значит, он забрался к тебе, набросился и начал избивать? Я понял все правильно? Да. Извини, я очень устал. Раньше ты его не видела? Нет, никогда. Эй, больно. Тебе знаком человек с именем Антон Бак? Ты его допрашивала? Можете найти его адрес? Сэм, к делу нужно привлечь твоего дядю. Нет, позже. Ладно. Да, я нашел ее. Да. Ублюдок. Нельзя позвонить, я должен узнать это из рапорта. Простите, шеф, я говорю не с тобой. Господи. Все нормально. Откуда ты знаешь? Не волнуйся. Можно, пожалуйста? Отвернуться. Думаешь, это хорошая идея? Ты меня сюда притащил. Да, на похороны твоего отца. Это в моей юрисдикции, это тебе небольшой город. Ну, арестуй меня. Сэм, да брось. Подвезете меня домой? Конечно. Он? Ты должен доверять мне. Ладно? А как? Ваша мама совсем справляется? Она умерла еще в моей юности.
Вы были близки? Ага. Оу, Сэм, я только что почистил машину. Простите. Ей было мало лет, когда она вас родила? Расскажите о себе, детектив. В смысле? Ну, вы не отсюда. Не думаю, что вам это интересно. Дальше я сама. Ждите в машине. По закону, я единственный, кто должен здесь быть, Сэм. Подловили. Как такой, как Антон, вышел по УДО? В деле не написано, но он вышел на свободу в прошлом году. Черт. Что? Я не взяла пистолет. Не пристрелите никого, ладно? Что за фигня происходит в этом городе? Мне нужен другой номер, где не было преступления. Я прошу прощения. Дежавю. Что теперь? Где мать Кэти? Еще держит похоронное бюро? Нет. Сейчас она выпала из поля зрения. Тогда где мне ее искать? Я не могу дать ей точный адрес. В смысле? Увидите. Ты больная? У тебя нет права. Постойте, послушайте, посмотрите на меня. Посмотрите. Смерти Джо и Вика связаны с исчезновением вашей дочери, и мне нужна помощь, чтобы найти ее. Кэти. Да. Кэти. Ладно.
Я не могла быть рядом, когда была нужна ей. Теперь мой спаситель, мой Бог, мой Господь нашел меня. И я служу его воле. Я очень долго хранила это. Может, это поможет тебе. Ты всегда была так с ней жестока. Иногда она приходила домой в слезах. Кэти не заслужила твоей ярости. Это сержант Руперт Вудхаус, управление шерифа округа Хэмилтон, номер дела 402C. Пожалуйста, назовите имя. Кэти Оуэнс. И что вы хотели сказать, Кэти? Давай, милая, все хорошо. Я бы хотела снять обвинение Сэм Вудхаус. Я думала о случившемся, и это была не ее вина. Ранее мы поругались в школе, и все вышло из-под контроля. И что еще, милая? Это не ее вина. Для протокола, это ваши честные показания, и на вас не оказано давление, верно? Да. Дорогая, говори громче, я тебя не слышу. Да. Я горжусь тобой, крошка. Это все? Почти. Нам нужно ее заявление в письменном виде. Кэти, ты поступила правильно? Все в порядке? Да? Thank you.
Боже мой. Выпил аккумуляторную кислоту. Выжег себе все внутренности. Надо себя сильно ненавидеть, чтобы вот так вот уйти. Тебе нельзя здесь находиться. Пошли. Проследи тут за всем. Ладно. Я разрешил посмотреть на бумаги, а не работать над этим делом. Ты не пришла в чертово похоронное бюро. Могла бы хоть притвориться, что тебе не плевать. Я тебя люблю, и что у вас там было с отцом, это твое дело. Но я потерял брата, которого очень любил. Хотя бы приезжай. Слышишь, хотя бы приезжай. Все эти годы было тяжело. Я застрял между двух огней. С вами обоими приходилось сражаться, чтобы вы хотя бы созванивались. Джо пропустил твой выпускной, свадьбу, рождение внучки. И это чертова трагедия. А вообще плевать, кто сегодня был. Он сам все планировал, когда умерла твоя мама. Заплатил за участок, делал гравировку на памятнике, пока мы там стояли. Всегда все планировал заранее. Когда начала? Вернулась я, вернулись привычки. Перестань лезть в текущие дела. Сэм, чем обязан? Сочувствую насчет твоего отца. Он мне нравился. Ты тут надолго? Милая семья. Сколько дочки? Дафни? Ей 6. А жене? Может, пропустим эту хрень, Сэм? Скажи мне, нафига ты пришла, а? Кэти Оуэнс. Все еще не отпустишь?
после всего, что было, просто невероятно. Можно? Да, вон там. Что? Все это время я думала, что ты изменял мне с Кэти. Но казалось, что ее там никто не спрашивал, да? Пришла меня арестовать? Я хочу знать правду, тебе ясно? Все началось с Брэда. Брэд не хотел денег, он хотел нравиться, быть популярным, быть одним из нас. А при чем тут Кэти? Кэти. А Кэти просто увязалась за ним. Я хотел хорошо провести время и... Я всегда получал желаемое. Да. И Кэти, она исчезла до того, как я решил все уладить. Оставь себе копию. У меня их достаточно.
и всегда было так с ней жестоко. Но Кэти не заслужила твоей ярости. Дело было после выпускного. Ты тогда уехала из города. Все началось с письма. Казалось, будто это история из какого-то чертового фильма ужасов. Но ее всегда привлекало такое. Прошлой ночью он сказал кое-что. Кэти Оуэнс. Джо с вами был? Он-то все и придумал. А что насчет моего дяди? Я советую тебе. Перестань лезть в текущие дела. Он знал? Ревеньен. Ревеньен? Ревеньен, они группа фанатиков. Кэти изучала их до того, как пропала. Мне кажется, они замешаны в ее исчезновении. Хочешь сказать, что этим кто-то промышляет? Не знаю. Не знаю, ничего не складывается. 9 лет назад, после выпускного, Кэти исчезла. Все началось здесь. Надеюсь, вы найдете ее, детектив. Обратили внимание? Я поняла, 9 – особое число. 9 месяцев на развитие эмбриона. Эшли! Обратимся к словам апостола Павла. Смерть – это награда бессмертием. В смерти мы получаем тело, что не знает старости и горечи. В граде Божьем мы все познаем круги разложения, что приходят со смертью. Но круг нерушим на небесах. Там нет горечи или боли об ушедших. И для меня жизнь – это плата. Сэм! И смерть – это потеря. Если для меня жизнь – это я, то смерть – потеря. Если для меня жизнь – цель, то смерть – потеря. Если для меня жизнь – это грех, то смерть – потеря. Но если для меня жизнь – Христос, то смерть – это вечность. Я предлагаю вам всем исполнить, что такое отца, брата и друга Джозефа Вудхауза. Сэм, все в порядке? Аминь. Привет. Мама Эшли? Вы мама Эшли? Это вам. Где ты взяла это? Человек с рогами. Thank you.
Полиция, не двигайтесь. Черт тебя! Побери, Сэм! Ты следил за мной? Естественно. Ты так унеслась. Что ты здесь делаешь? Мы не одни тут. Кто-то есть. Кто? Все связано. Что? Кэти, Джо, Эшли, все это. Эшли, господи. Не надо. Не делай этого. Я говорила с ними, со всеми. Все связано. Кэти, Джо, Эшли, охрана, пожар, Вик Оуэнс. Все это связано. Все связано. Послушай себя. Я не сумасшедшая. Просто послушай себя, ладно? Послушай себя. Как Эшли может быть замешана? Как? А? Она ни разу не была в этом проклятом городе. Если остальные связаны, конечно, они связаны. Все ведет к тебе. Все ведет к тебе, Сэм. Все ведет к тебе. Брось, милая. Брось, дорогая. Дорогая, ты меня до смерти напугаешь. Положи оружие на землю. Сзади! Прости, не хотел ранить тебя. Выходи. Дай посмотрю, как ты. Я просто хотел помочь тебе, дорогая. Просто... Столько вопросов без ответов. Дорогая. Например, что случилось с Эшли, а? Расслабься. Дыши. Знаешь, в детстве с тобой была уйма проблем. Упрямица. Это у тебя от твоего отца. Твой отец погряз в долгах. Он не хотел участвовать в этом. Ему просто пришлось. У меня был товар. У твоего отца покупатели. Вик. Очень жаль. Но нам пришлось. И Антон. Антон должен был только напугать тебя. Господи. Нельзя было тебе показывать дело с Кэти. Никогда. Ты же чокнутая. И мы оба знаем, кто устроил пожар и убил Эшли. Я пообещал Джо заботиться о тебе. И это именно то, что я сделаю. Боже мой. А что надо было сделать? Дать убить тебя? Хан. Это детектив Хан. Офицер ранен. Повторяю, офицер ранен. Мне нужна срочная помощь на Shadow Brook 63. Хан. Хан, расстегни наручники. Давай. Я вытащу тебя, Сэм. Я тебя вытащу. Хан. Хан. Найди Орка 88. Получи 880 рублей за регистрацию и 200% на первый депозит. Поставь 6, 7 и далее по порядку перед адресом сайта. Зайди на актуальное зеркало и будь вместе с пиратским казино номер 1.
Что делает девушка, когда теряет все? Отца, достоинство, желание жить. Что она делает? Она мстит. Кэти. Кэти, она... Не все мои женщины исчезают. Она исчезла до того, как я решил все уладить. Был бы я хорошим другом, я бы защитил ее. Но оказалось, ее там никто не спрашивал, да? Я отняла у тебя то, что ты отняла у меня. Эшли. Тебе и место.
out from this hole in the ground. Pray to the night you'll come around. And you keep rising up and then pulling me down. I'm losing myself in your lost and found. And all of the places where we start to grow. And all of the nothing that we've left to show. You lock down my love and go hiding again. Taking my heart back from you, I